Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рекер, Кока, Щитас, Стаканчиков, всегда очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика под названием «Прятки карты мы взяли» с классного фильма. Я не буду говорить, напишите в комментариях, надеюсь, вы узнаете, с какого это фильма. Даже тут много серий по этому фильму есть. Если любите, кушайте, приятного аппетита, а пацаны уже запрятались, я иду их мочить. Карта очень большая, просто здоровенная. Надеюсь, я найду хоть кого-то за всю серию. Так, давайте пролетим на улицу, потому что фиг знает где. Вот, будем начинать отсюда. О, давайте поищем здесь, потому что я знаю, что многие прячутся в воде. Подожди. Мне кажется, я кого-то пропустил. Я реально слышал кого-то. Вот, я все правильно иду. Слышишь? Так, дайте пройти. Давайте возьмем нормального, я же этим никого не убью. Что я взял какого-то додика? Пилпак. И давайте возьмем, например... О, давайте возьмем аниматроника, который бьет на расстоянии. Такая карта очень большая, я, наверное, никого не найду. Во! Ну, конечно, а чё ж вы рядом не стойте, я вас убью тогда. Кто-то стреляет оружием. Я бегу. Вот здесь кто-то сидит. Давай, выходи, подлый трус. Так, я звуки не могу... А, могу, вот эти звуки конченые, шуршания. Пацаны, вы знаете, с какого фильма эта карта? Хорошо, давайте возьмем реально какого-то нормального аниматроника, потому что я понял, эти на расстоянии не бьют. Вот псих. Да что вы говорите? Сразу двоих убил. Как будто я знал, что они тут сидят. Это было круто. Пацаны, берите тоже аниматроников, если получится. Потому что на карте задержка есть какая-то нереальная. Так, давайте тут пожмякаем. А, это те же самые. Или это других я убил? Меня ты другого убил. Отлично. Так. Ой, что за звук страшный? Опа, убил еще одного монтировкой. А это что, считается? О, кто-то ходит. Что-то я такой конченый звук издаю. Так. Такой звук, как будто с фильма «Звонок». Вот. Классные звуки. Это вы издаете? Так, Фредди, постой, я сзади тебя. Давай вместе искать. Ой, прикольные звуки издает. Эй, я тебя должен был убить. Блин, я упал. Это гнил, это был игрок настоящий или аниматроник? Наверное, настоящий игрок переселился. Ой, я вижу, за кем-то гоняются. Я тоже. Звуки, чайки, что за... О, давайте сюда пройдем. Я могу стекла бить? Не могу. Блин, звук стрёмный очень. Отлично! А я слышу запах Пикачу. Выходи, подлый трус. Еще раз стоп-саунд. Пацаны, 100 штук взяли аниматроников. Так, давайте сделаем перекличку. Кого нашли, кого не нашли. Кого не нашли, напишите в чате. Меня не нашли. Двоих, троих, двоих. Так, пацаны, напрягаем булочки. Ну, потому что карта большая. Ну, короче, я понял, что тебя не нашли. Кого убили? Никого не убили. Стекла не бьются. Стаканчик, тебя нашли? Да, меня уже давно нашли. Давайте пролетим. Я не могу никак выйти. Карта запутана, как лабиринт, да, какой-то? О, привет, Фокси. Я могу вот так вот. А, там по нам говном кидаются. Отлично. Ты говном не кидайся по нам. А тут есть подвал? Отлично. Так, подожди. А все, всех нашли?
Да? Нет. Давай, Фокси, проходи. А можно удалить? Давай удалим. Мешает ящик нам. Какой-то челик нам поставил. Ого, он прыгает, так а толку? Так. Слышь, ты где прячешься? Опа, еще один пришел. Нашли мне его, я его нашел. Отлично. Пацаны, давайте теперь сделаем войну. Я буду один, а вы все против меня одного. Аниматроника. Все, берите оружку. Давайте вас сходите, всех убью. А, я знаю, как делать, чтобы все игроками стали. Смотрите. Чпоньк. Отлично. Все, я стал аниматроником. Берите оружку, можете... Только видите меня, сразу мочите. А я буду этот, крестятничать и сидеть на нычку вас выслеживать. Так, 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 сейчас кто-то пойдет. Место очень проходимое, так что, ребята, вы чекайте внимательно все углы. Блин, я еще в таком месте сижу, они могут сюда кинуть гранату, и я умру. А, вижу, вижу, пробежал, пробежал кто-то. Собачка бегает. Какая собачка? Голубенькая. Это я, что ли? Да. Не понял. Ой! Ой-ой-ой! Успокойся, собака! Так, выслеживаем собачку, буду ее убивать сейчас. Твои последние слова. Ах ты. А как ты хотел? Я же говорю, последние слова твои, ты не хочешь их говорить. Поэтому я тебя убью. Так, проходим сюда. Спускаемся вниз. Ой, лазерный меч, отвали. Эй-эй-эй-эй-эй. Давайте так сделаем, чтобы они друг друга мочили. Я это люблю делать. Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся записать очень веселые видосики для вас. О, что тут статуя зашевелилась. Ого, и бошку отстрелили. Че вы психи такие? Вы статуи поломали башку. Все, я выбежал с комнаты. Вот это жесть, надо валить. Ты больше не ходи здесь, башка снег попадется, все мертвы будешь. Ой-ой-ой, что творится? Хо-хо-хо-хо-хо. Не, ребята, это так не работает. Вот это жесть, надо обнулять карту. Хо-хо-хо-хо-хо. Вы что наделали, глупцы? Ха-ха. Давайте еще выживалку, мне мало, только без взрывов. Просто на скилл. Давайте, я беру аниматроника. Только я возьму сейчас аниматроника маринетку. Ребята, я придумал... идея для следующего ролика. Если вы наберете 2000 лайков за короткий срок, выйдет ролик «Какая марионетка самая крутая». Все, вы готовы? Битва началась. Ого, собака с мечом. Ты хоть умеешь им обращаться? Собакса. Так, так. А я бегаю здесь за аниматроника, вы меня не видите. Кого убить? Собаку с мечом? С автоматом? Тебя убить? Ой. Мне нравится вас мочить. Ты чё тут ходишь? Это моя местность. Надо режим полета отключить срочно, пацаны меня убьют. А режим полета отключенный. Ого, жахнуло неплохо. Так что, я выиграл, че не? Еще одна битва. Давайте так. Последний раз. Кто умирает, больше не возрождается. Можете использовать даже админский пистолет. Но у каждого по одной жизни. И это решающий матч. Выиграет аниматроники или вы все. Вы готовы? Все, у меня 5000 жизней. Битва началась. Надеюсь, ребята... Напишите в комментариях вообще, кто выиграет или нет. Но надеюсь, я выиграю. Так, давайте, глупцы, идите сюда. Так, дверь закрыта. Тут закрыта. О, тут открыта. Тут закрыта. Почему закрыта? Удались дверь полная. Ой, о, ё-моё, палевно. Очень. Да вот тут встать.
Отлично. Я самый лучший выдумщик на планете. Классное место. Ну что, давайте. Я вас жду. Что за звуки стрёмные? Ладно, я иду к вам. У вас же по одной жизни. Одна жизнь. Еще одна жизнь. Самоубийство. Камикадзе рулят. Я продвигаюсь дальше, чтобы убить всех игроков. Еще один труп. Еще. Я выиграл? Вы выиграли? Мы выиграли. Блин, ребята. Мои надежды не оправдались. Мочи их, мочи. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.